Новая моя доставочка. Смотрим. Так, что тут у нас? Это иммунобокс для иммунитета. Что тут? Такие витамины в отдельных саше, 30 штук. Поднимать иммунитет. Так, дальше. Эпам. Это тоже противовирусный. Как раз сезон простуд. Дальше. Байкал чай. Легкость движений. Это моя суставная программа пришла. Комплекс для суставов. Чай Байкал. И вот такой Эпам 31. Это тоже суставы. Что такое? Как-то не очень четко. Вот такой. Так. И еще к суставам. Это у нас сорбент очищения идет. Так, здесь бальзам восстанавливающий. Это бальзам мазать раны, укусы, можно комаров. И если кожа обветрится, ну, короче, вот такая очень полезная вещь. 100% растительного происхождения набрали компоненты. Так, сейчас покажу, какой он здесь. Такой вот малышок. Так. Запечатаем, потом буду распечатать. Так, следующее у нас что это? Крем для лица. Буду пробовать. Крем для зрелой кожи написано. Ой, так. 50 мл. Такой кремушек. Потом, может, поподробнее рассмотрю. И для Михаила взяла Эпам 1000. Это капли под язык. Это серия синергетиков. Этот Эпам конкретно, он неврологический у нас. У Миши из ДВГ, поэтому... Будем пробовать, потому что он употребляет у меня магний, рыбий жир, ну, нам этого мало. Поэтому и пам, потом может еще что-то посмотреть. Так, следующее, это у нас тоже по моей суставной программе Бараго и Амарант. Здесь капсулы, по-моему. Вот такие капсулы. Вот, получается, начну суставную программу вот с этого. Сорбент, эпам, чай и такие вот капсулы. Буду лечить суставы, потом скажу, как оно. Ну и последнее у меня тут. А, не последнее. Это Protection, это комплекс. Так, защита от инфекции. Да, это тоже противовирусный комплекс. Серия 3D-куб. Так, 3D-куб. Как его открывать, еще не знаю. Потом разберусь. Так, и еще у нас вот что. Вот. Это я взяла зубную пасту. Морской кальций, укрепление эмали. Ну попробуем, что мы себе представляем.